Программа «Встреч» третьего сезона проекта «Рожденная побеждать» отвечает самым разным интересам. Сказкотерапия, лицевой массаж, мастер-классы, посвященные женским энергиям. Такими темпами участницы проекта скоро будут знать обо всем на свете. Сегодня проходит мастер-класс женского клуба «Рожденная побеждать» для девушек с ограниченными возможностями по здоровью. Выбрана очень интересная тема, это кулинарный мастер-класс. Изготовление капкейков. Каждая девушка в душе, она волшебница, и она хочет, умеет творить, и сегодня мы творим кулинарное искусство. Я считаю, что, ну, с одной стороны, конечно, не всем это дано, но кто хочет научиться, я сейчас смотрю и понимаю, что все вполне реально, и все не так сложно, главное знать технологию, иметь под рукой качественные свежие продукты, и все получится. Это дает веру в себя. Я бы не сказала, что я очень люблю готовить или знаю какие-то там фирменные блюда, но никогда не поздно учиться чему-то новому. В этом году произошло открытие клуба «Рожденная побеждать», где участницы общаются друг с другом, раскрывают свои способности на интенсивах и находят колоссальную поддержку. Однако это еще не все нововведения. Организаторы обещают полностью поменять концепцию предстоящего финала. Самое важное, что сейчас происходит с проектом, это интенсивная подготовка участниц к финальному грандиозному шоу. Сейчас все готовят свои творческие номера, снимают видеовизитки, готовится фотосессия участниц и даже съемки общего клипа. Концепция финала нам уже ясна, мы ее скоро начнем раскрывать для широкой публики. Широка страна моя родная. Будет она называться, потому что у нас съезжаются участницы сейчас уже не только из России, но и из разных уголков бывшего Советского Союза. То есть конкурс приобрел международный масштаб. Надеюсь, что он в таком ракурсе и останется. Этот проект не просто конкурс красоты. Для всех участниц он значит нечто большее, что может в корне изменить жизнь. Когда начиналась проект, я даже не задумывалась, я слышала о первом сезоне и об успехах, и поэтому пошла, но не думала, что будет столько знакомств полезных, что будут какие-то новые победы. Сейчас вот в сентябре я еду на конкурс красоты на финал в Санкт-Петербург, поэтому занимаюсь с Василием, ну, то есть много разных знакомств и каких-то новых интересных в жизни мероприятий, событий случается, и даже вот эти мастер-классы, постоянно что-то новое и возможность пообщаться. После конкурса красоты у меня произошел большой взлет. Я сейчас работаю в депутатском центре металлургического района. Конкурс мне очень сильно помог, потому что девушки и организаторы меня увидели мой внутренний мир и помогли мне познакомиться с депутатами, которые мне помогли сначала в моих личных целях, они мне помогли с операцией на почку, также вот коляску облегченную я с помощью них смогла выбить хорошую, потому что по ФСЦ выдавали все, что угодно, но только не то, что мне удобно. Ну, а впоследствии вот мне предложили работу. Совсем скоро девушки будут представлять свои номера на большой сцене, а пока мы следим за их мастер-классами и успехами.